Девочки, сейчас будет подборка по брюкам, микровельвет и вельвет. Все модели разные. Цена первых, которые я буду показывать, это микровельвет. Здесь он, видите, более мягкий. И вот такой вот, видите, мелкий-мелкий вельвет. Они очень комфортные, в то же время эластичные, на широкой круговой резинке. Модели вот эти, производитель Корея. По цене они 4900. По наличию размеров, пожалуйста, пишите нашим менеджерам. Они вам обязательно все подскажут и подберут нужный размер. И ответят на все ваши вопросы. Следующая модель в черном цвете. Видите, они именно прямые, не широкие, не палаццо. Садятся аккуратно. Следующая модель. Вот такая, видите, уже чуть-чуть другой здесь принт. Есть лампас. Видите, цвет такой тоже интересный. Он как темный беж. Вот светлыми лампасами. Визуально удлиняет ножку, стройнят, хорошо смотрится. Также микровельвет в черном цвете теперь эта же модель. Тоже классно садятся. Видите, они не сильно широкие. Цена, напоминаю, у них 4900. И вот такая модель. Это уже, видите, зауженная к низу. Две длинные у нее. Вот такая нашивочка очень интересная. Сзади также есть, видите, кармашек. Тоже есть боковые карманы. Моделька на эластичной резинке в поясе. Следующие модели по цене 3500. Это уже производитель фабричный Китай. Это, видите, вельвет. У них фасон как полубанановый, их называем. Вот, тоже они на эластичной резинке с кармашками по передней и по задней части. Зауженные к низу. Поэтому прекрасно будут и в сапог заправляться. Следующая модель, это, видите, они вот такие прямые. Сзади тоже есть кармашки, контрастный поясок. Много разных цветов можно подбирать к этим моделькам. Вот такой вот, видите, темный шоколад. Тоже очень красивый оттенок. Тоже мягкие, комфортные и эластичные. И свет, следующий цвет, именно такой хаки, видите, более зеленый. Тоже очень красиво смотрится. Тоже контрастный поясок. Следующая модель, которую я покажу, она уже для тех, кто любит именно на молнии, видите, тот с пуговицей, пояс в комплекте, видите, зеленый. Этот фасон, вот именно, видите, как бананчики, они вот здесь широкие. Также есть карманы по передней, по задней части, цвет кэмо и вот такой вот темно-зеленый хаки. Также есть в наличии, поэтому пишите нашим менеджерам, уточняйте по наличию вашего размера. И вот такая моделька, видите, тоже вельвет в черном цвете, ничего лишнего. К низу они заужаются, их можно и в сапог, и поверх сапога носить. А по фасончику, видите, как полбанана.